Добрый день, дорогие друзья! Предлагаю вашему вниманию художественный фильм «Красавец-мужчина», поставленный по одноименной пьесе Александра Николаевича Островского, русского драматурга, чье творчество стало важнейшим этапом в развитии русского театра. В творчестве Островского колорит русской жизни проявляется во всем многообразии характеров и судеб, бытовых условий, смене общественных укладов. Пьеса «Красавец-мужчина» была написана в 1882 году. Ее премьера на сцене состоялась в Малом театре 26 декабря того же года. Сразу же после премьеры пьеса получила массу негативных отзывов, а потому и не пользовалась популярностью среди театральных трупп. За экранизацию этой пьесы взялась режиссер и автор сценария Маргарита Исааковна Микаэлян. В качестве режиссера фильма Маргарита Микаэлян зрителю знакома мало, чего не скажешь о ее муже Сергее Микаэлян, авторству которого принадлежат фильмы «Влюблен по собственному желанию», «Иду на грозу», «Вдовы» и многих других. Маргарита же больше работала в театре, и лишь Георгий Данелия уговорил ее попробовать себя в кинематографе. У Маргариты было два любимых писателя, чье творчество она непременно хотела бы перенести на экран. Это Астрид Лингрен и Александр Островский. Всего Маргарита Микаэлян экранизировала две пьесы Островского. Оба фильма – это замечательный способ познакомиться с русской классикой. Первой была экранизирована пьеса «Красавец-мужчина». К работе над фильмом были приглашены именитые актеры театра и кино – Олег Табаков, Марина Ниелова, Людмила Гурченко, Лия Хиджакова, Нина Ургант и Александр Абдулов и многие-многие другие. Работа над фильмом началась в 1978 году, а вот его премьера состоялась 6 июля 1982 года. Маргарита Микаэлян щедро добавляет в действие лиричные вставки, благодаря которым зритель может проникнуться атмосферой той эпохи. Создатели фильма очень бережно обошлись с книжной основой, подарив ей вторую жизнь, теперь уже на экране. Фильм покорил зрителей прежде всего своей музыкальностью. Изысканные композиции в авторстве композитора Владимира Дашкевича и автора песен Юрия Кима ставят наш фильм на одну ступень с другой экранизацией пьес Островского «Жестоким романсом», известным всему миру по великолепному вальсу Евгению Доги. Я желаю вам приятного просмотра.